А вот фермерам Жамбылской области саранчи бояться не стоит. В регионе намерены обработать больше 130 тысяч гектаров земли. Фитосанитарные работы уже ведутся. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее. На первый взгляд, это обычные темные участки земли. Но если приглядеться, то можно увидеть несметное количество прожорливых насекомых. В регионе зарегистрировано три вида саранчи – итальянская, марокканская и азиатская. Обработка против марокканской саранчи на стадии завершения. На данный момент специалисты борются с итальянским прусом. Для этого используют наземную распылительную технику и самолеты Ан-2. Например, в Байзасском районе предстоит обработать свыше 17 тысяч гектаров. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Рост вредителей специалисты связывают с их переходом из одиночной в стадную форму. Так саранча совместно питается и передвигается на большие расстояния. Ее территории обитания выявляют с помощью космического мониторинга, а точное местонахождение определяют по GPS-навигатору. В стадной форме они в любом месте, если одна саранча даже три кубышки отложит, это на один квадратный метр, то это будет 100 саранчи на одном квадратном метре. 2025 год меньше не будет, если увеличение площади. Ввиду того, что саранча сама во всех сельских округах идет расселение, когда при расселении, значит, количество территории, ареала распространения увеличивается, с этим увеличивается и площадь обработки. В стае саранча сбивается из-за прохладной погоды, а после потепления сразу начнет расселяться. Угрозы нашествия этих насекомых на посевные площади нет, заверяют специалисты. Для обработки полей выделили 10 тонн ядохимикатов. Итальянский прунс мы сейчас обрабатываем около 96 тысяч гектаров, а азиатский саранчу мы ожидаем где-то в июнь месяце. Там у нас идет 25 тысяч гектаров, из них около 24 тысячи самолет. 1000 гектаров наземным способом будем обрабатывать. Сейчас пока все нормально, у нас ядохимикатов хватает, техники хватает. От прожорливых насекомых обработали порядка 10% из запланированных свыше 130 тысяч гектаров земель. Фитосанитарные работы планируют завершить в середине июля. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Эльдар Бадильда, Жамбылская область, 24 КЗ.